Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео я хочу рассказать о том, как решить проблему, если в вашем браузере Google Chrome вы увидели такую ошибку. Часы спешат, либо часы отстают, и далее текст ошибки: не удалось установить защищенное соединение с доменом, какой-то домен, адрес сайта и так далее. Так ошибка выглядит на русском языке. Так, та же самая ошибка выглядит на английском языке в случае, если ваш браузер Google Chrome стоит в языке по умолчанию на английском. Your clock is ahead. Ваши часы спешат, либо отстают. Для решения этой проблемы вам нужно свернуть браузер и посмотреть на время часы в правом нижнем углу, которое у вас установлено, и проверить, соответствует ли оно действительности. Для изменения времени, если оно не соответствует, нужно нажать правой кнопкой мыши «Настройка даты и времени» и левой кнопкой мыши «Переходим в настройки». Далее вам нужно перевести в флажок «Установить время автоматически», если у вас он не переведен. И потом перезагрузить компьютер и посмотреть, изменилось ли время. То есть, стало ли время здесь соответствовать тому, что есть в реале. Также вам нужно обязательно проверить часовой пояс, он должен соответствовать тому, в котором вы находитесь. И также, если наоборот у вас ситуация, то есть у вас включено автоматическое обновление времени, у вас часовой пояс выставлен правильно, а время тем не менее не соответствует, то вам нужно отключить и установить дата и времени по времени по умолчанию. Делается это в этом меню «Установка даты и времени вручную». Нажимаем «Изменить», у вас появляется такое окно, и вы выставляете время вручную. После этого сохраняете все настройки. Я включу автоматически, как было. Если вы установили вручную, вам этот переключатель переводить не нужно. Это я просто вернул свои настройки. После изменения закрываем. Перезагружаем ваш браузер Google Chrome, и проблема должна быть решена. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.